Ключи от новых квартир вручили и в Балаково. Обладателями жилья стали переселенцы из аварийных домов. В рамках программы переселения в области на сегодняшний день получили новые квартиры свыше 11 тысяч человек. Полностью расселены 357 многоквартирных домов. Общий объем финансирования с начала программы в 2008 уже составил свыше 10 миллиардов рублей. В Балаково новое жилье для нескольких сотен жителей приобрели в трех новостройках. В Балаковском районе это 417. Граждане смогут навсегда забыть о том, что такое жить в ветхих аварийных домах. И это далеко не предел. Еще сотни людей нуждаются в улучшении жилищных условий, и эта работа будет продолжаться. Во многом символично, что сегодняшнее вручение ключей от квартир происходит в канун наступления Нового года, праздника, с которым мы всегда связываем надежды на самое лучшее.